Вот нам дядя Женя в гости заехал. Вот у него получается лодка флинг. Дядя Жень, сколько у тебя длиной она? 2,90 она. И у него мотор HDX, четырехтактник, пятерка. Вот, дядя Жень, ты доволен этим мотором? Ну, мотор-то нормальный. У меня до этого 2 лошадиных силы было. Ну, 2,5, Да, наверное, но лошади у тебя слабоватый было. он, конечно, взял. Он в основном для троллинга у меня. Четырехтактный мотор. На двухтактнике там, конечно, он захлебывается. Ну да. Плоховато идет. Но... То есть, вот, дядя Жень, а сколько он у тебя уже во владении? Вот тут 3 года я, честно, Есть какие-то проблемы? проблем вообще нету. Вот, это И самое главное. самое Это главное. самое главное, что это мотор получается не, ну, сейчас не знаю, сколько он стоит. То есть мотор четырехтактный. Минусы какие-то есть, Дженни, у этого У мотора? меня пока не было. Ну вот смотри, у тебя есть. Я вот тут как-то, в общем, не попался один мотор. Рычаг, знаешь, какой? Там, чтобы, как сказать, чтобы мотор не быстро поворачивался. Есть Есть, такой у есть. тебя? Я просто ставлю, это ты правильно сказал, на этот, закрепляю его, сажусь вперед Да, ну чтобы потихонечку, он все, не болтало, удобно было. да, и сам сижу вперед, смотрю направо, Да, да, да. направо или Вот налево смотрите, как у дяди хотел. Жени чисто. У него там Ну, бак, то есть переходник. На сколько тебе бензина хватает этого бака? бензина это мне, я честно говоря, это Да не скатать тебе сзади не него. скатываю. За день, да не, я за 4 раза не скатываю. Вот, то Но есть... хотя, сам ты знаешь, рыбачий я Да, целый да, да. день То есть вот он... по пруду. Вот у него такой там порядок, у него там подстелено линолеум, чтобы грязь не таскалась. Но он сегодня приехал, он жалуется, что рыба не клюет. Пришел Ну, как... пруд у нас 13 километров, я туда-сюда-то за день я мотаю. Раза 4 я с этим баком-то. И хороший мотор, я ничего, китайский, я как-то не верил, что китайский-то мотор. Ненадежный это Да не, HDX вот этот, залазишь. да. То есть вот реальный отзыв. HDX, 5 лошадиных сил, четырехтактник. Вообще зашибись. У Вот меня только... главная заводка была, как он заводится. Он заводится, он сразу с полуоборота и Вот, все. вот, вот. То есть И не тоже... стою. Здесь, кстати, тоже есть внутренний бачок у него. То есть Есть, есть. можно внутренний бачок заливать. Можно пользоваться... Ну, движение вот баком пользуется. Баком. Я, наверное, на внутреннем ездил, но это, конечно, неудобно. Бак поставил, но у меня внутренний он залитый. Случись что, я всегда Да, 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 забензиню. да. Слушай, ничего не случится. Он у тебя работает, Паша. Ты, я Я сколько имею в тебе... виду, если бензин Да. кончится там, То есть да. вот обжор HDX четырехтактник. То есть вот движение масло ты, наверное, только менял в нем, да? Масло в ноге, конечно, я в И сезон, я по да, то он сезону. посезонно меняет. Да, Вот я вам, сезон ребята, банальный поменяю. пример. То есть человек пользуется 3 года. Сколько ты на рыбалке бываешь за Ну, сезон? на рыбалке-то я одну раз, наверное, 10, я это точно. Не Да больше, больше у ну, тебя, больше имею больше. в Ты на виду, неделе, ну, бывает, по 2 раза по два. приезжаешь. Я через 3 дня стараюсь, потому что я на пенсии сейчас, пенсионер, Да, так что... вот. У меня сад недалеко здесь, я, так что... Вот, рыбу он Не ловит. чураюсь. Рыбу он ловит вообще тоже. У меня бывает, Ну, облавливает, сегодня, правда? конечно, это... Клево-то Так нету что как вот. такового. Вот такой дядя Женя, вот видите, какой Не классный советую, у загар. кого есть это моторы китайские, я много прочел литературы тоже китайские, у меня до этого японский был, ну позже на пенсии, так что деньжата не так это, вот взял вот. И Да, да, да. проблем вообще не имею. Я раньше тоже думал, заводится плохо, то плохо, это плохо, ну может попался мотор такой, я ничего не Ну, да. Но, по крайней говорю. мере, вот отзыв может быть. Так что вот, ребят, всем всего доброго, всем пока.